This feeling inside of my soul is killing me. Всем привет, меня зовут Ники Макалин, и сегодня будет очередной разворот в ЛД в блокноте. Сегодня буду делать недельку, у меня уже есть несколько таких видео на эту тему. Если вам интересно, вы можете посмотреть их у меня на канале. И я делала уже разворот в стиле Love Is, и также другие развороты. В общем, сегодня решила сделать разворот в стиле эмодзи. В общем, буду делать его со смайликами, и я уже здесь подготовила листочек с кружочками, собственно, для смайлов. Буду сейчас их рисовать и потом вырезать, в общем, разукрашивать их акварельными карандашами и так далее. I'm not in the trap on the day, I'm not in the trough on the play, I'm not in the city on the play, like I'm on my phone and like and play, yeah, fan in the tray, like Ну что ж, мои смайлики готовы, и теперь я их могу наклеивать, и вы можете заметить, что я подобрала смайлики именно таким образом по дням недели. То есть понедельник самый такой трудный, тяжелый день, значит смайлик будет недовольный, потом лучше, лучше и лучше. В пятницу, субботу там вообще, видите, такие веселые, позитивные смайлики. Теперь я хочу здесь сделать такие небольшие отсеки для того, чтобы можно было сюда писать либо же какие-то события, которые у вас произойдут, или же вы можете уже в прошедшем времени заполнять этот разворот. То есть, допустим, неделя прошла, и вы можете, допустим, написать, что с вами произошло там понедельник, вторник, там субботу, воскресенье и так далее. Либо же можете здесь план какой-то разработать. Ну вот, в принципе, готово. Теперь наши островки я хочу закрасить каким-нибудь цветом. Наверное, сделаю это опять карандашами, потому что у меня нет такого разнообразия акварели. И потом уже добавлю некоторые элементы. Теперь я здесь напишу неделька и дальше уже обозначу, где вторник, среда, в общем, по дням недели. Решила добавить каждый уголочек вот таких вот смайликов, у меня есть наклеечки, и уже потом обозначать, где там какой день недели. Ну вот, в принципе, и все. На этом мой разворотик готов. И я думаю, что сюда добавлять ничего не нужно. Потом я либо буду записывать сюда планы, либо же уже итог недели, так сказать. Ну, в общем, вы тоже можете писать что угодно. И также вы можете любые абсолютно смайлики взять. В общем, полет фантазии полный. Я надеюсь, что вам этот разворот понравился. Если это так, то обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Также вступайте в мою группу ВКонтакте. Ссылка будет внизу в описании под этим видео. И также подписывайтесь на мой инстаграм, мне будет очень приятно. Ну а мы с вами увидимся уже в следующем видео. Пока-пока. I like your life, I like your life.